Я типа там, короче, проставился за уход вот, в пятницу. Там подарил начальнице такую пиздатую кружку, короче. Вот, и этому говна. И заму... А? У говна. Да. Я? Да, меня это... Чё? У меня игра взорвалась, короче, я перезахожу. И что, ты первый день на работе уже проработал ее? Да. Влился в коллектив. Я надеюсь, что влился. Там почти коллектив ты нет. Там, короче. Там, короче, кроме меня еще два человека, но это типа чуваки, которые тупо почту разносят, блин, по документы. Вот. И, собственно, типа, начальница сказать, короче. Ну, она, типа, не как начальница, она коллега. Вот. И у нас, типа, с ней, блин, я думал, короче, там, типа, шляпа будет, типа, вот оклад там. Ну, типа, там, по договору оклад и, типа, процент от сделки. И типа, я думал, короче, она там не будет, там, 10%, типа, 15%, типа, накидывать, знаешь, как бомжу. Чё, охуел? Вот. А, бля, мы... Короче, чувак там пришел из типа организации, типа газ-сеть сервис, какой-то ебаный, газ-бас. Короче, они там судятся, блядь, с каким-то садовым товариществом, блядь. Ну, типа, собираются судиться, тебе нихуя не платят, ничего не делают. Вот. И типа, ну и забашлял ей, короче, там, ну, по договору сотку, короче, там после первого судебного заседания она мне хуяк 50%, блядь, прописала. Заебись. Это сколько это миллиардов евро? 50 тысяч рублей, я уже сказал. Это 1000 баксов. Ну, круто, чё. Витя, и, купи типа, мне GTA 5. Короче. И типа еще плюс оклад 40 тысяч, поэтому, блин, это почти 100к, короче. Да, не дотянул до Тимофея. А я, кстати, оказывается, я типа когда увольнялся, там такая херня.